Полезная, аппетитная, несложная, очень вкусная закуска перед вами. Она чудесно подойдет не только для ежедневного, но и для праздничного меню. Рекомендую обратить внимание на рецепт и повторить. Покажу с описанием каждого шага процесса, как приготовить закуску из печеных овощей с сыром. Сразу хочу сказать, что вы можете использовать не только указанные овощи, но и любые другие, которые можно нарезать удобными полосочками. Подается закуска к столу горячей, пока сыр аппетитно тает. 1. Овощи вымойте и обсушите. Духовку разогрейте до 200 градусов. 2. Баклажан и цукини нарежьте вот такими тонкими прямоугольниками или кружочками. 3. Нарежьте помидор и тонкими ломтиками грибы. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментом. 4. При помощи кисточки смажьте оливковым маслом. 5. Добавьте соль, перец, базилик по вкусу. 6. Отправьте в духовку минут на 10. 7. Теперь собираем закуску, выложите овощи, грибы и кружочки сыра, чередуя. 8. Для надежности закрепите шпажками. 9. Оберните аккуратно фольгой и отправьте обратно в духовку. Запекайте еще минут 10. Приятного аппетита!